Встреча после долгой разлуки для этого молодого человека закончилась уголовным преследованием. Встретившись со своим другом на Химаше и изрядно выпив, мужчина засобирался домой. Но пешком идти было сложно. В ночь на 26 сентября 2018 года с парковочных мест во дворах домов по улице Вакеева и улице Ярославская с разницей в несколько часов он совершил угон автомашин марки ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107. Впоследствии оба транспортных средства в технически исправном состоянии были обнаружены на территории Октябрьского и Пролетарского районов города Саранска. Машины угонялись одинаково. Выбив боковое стекло, он замыкал провода зажигания и уезжал. Наутро автовладельцы, не обнаружив своих машин, написали заявление в полицию. Личность злоумышленника установили практически сразу. В отношении подозреваемого органы внутренних дел были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Понимая ответственность, угонщик решил скрыться от правоохранителей в Москве. Его объявили в федеральный розыск. 31 октября 2018 года в метрополитене города Москва сотрудниками полиции при проверке документов был задержан 24-летний житель поселка ТЭЦ-2 города Саранска. Злоумышленника доставили на родину, он уже дал признательные показания. Свое поведение молодой человек списывает на большое количество выпитого алкоголя. Вместе с тем от ответственности его это не освобождает. Анастасия Семушева, Александр Зюзяев, программа «Происшествия».